Лучший подарок на день рождения. 90-летие Долгоруковского района отметили открытием нового стадиона. О празднике в ритме спорта расскажет Катерина Мелехова. Бежали семьями, школьными классами, трудовыми коллективами. На старт кросса нации в регионе вышло 9 тысяч человек. Здесь рыбы нет. Вплавь по городским магистралям. Воскресный ливень стал причиной очередного потопа в Липецке. Под воду ушел центр города. В водном плену оказались десятки машин. На канале «Липецкое время» новости, в студии Елена Сухачева. Здравствуйте. Первый миллион тонн сахарной свеклы собрали с полей региона в передовиках. Добринский район, где уже убрано более 200 тысяч тонн сладких корнеплодов. То есть пятая часть всего урожая.